С начала пандемии в области зарегистрировано 42 086 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это почти 6 тысяч случаев на 100 тысяч человек. На сегодня эпидемиологическая ситуация по области стабилизируется. Количество ежедневной регистрации положительных вновь выявленных случаев уменьшается. В последние сутки зарегистрировано 72 случая. С начала учебного года школьники и студенты также перешли на офлайн-формат обучения. Строгое соблюдение санитарных требований на территории образовательного учреждения обязательно. С начала учебного года зарегистрировано 440 случаев, из них 158 пришлось на начало учебного года. И эти заболевшие дети, они не были связаны с началом учебного процесса. За минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев среди учащихся. 27 сентября текущего года жителям региона, имеющим зеленый статус АШИК, разрешено проводить свадьбы, юбилеи, семейные мероприятия с наполняемостью зала не более 50%. Кроме того, при соблюдении ограничений, наложенных на красную зону, можно организовывать выставки, конференции, форумы, марафоны. Назира Балташева, Умсындык Наурызбаева, Медет Кайыркенов, Дидар Умырзак, Кокши Акпарат.